Митинг проходит спокойно, но в напряженной обстановке многие из собравшихся живут уже 10 лет. Купили квартиры на стадии строительства, а взамен ничего не получили. Таких людей около 1000. Не меньше 200 семей в каждом доме. По адресу Кипарисовая 26, Кипарисовая 2, Пихтовая 35 и Грибоедова 46. Мы 7 лет назад продали свою квартиру в Партизанске и вложили все деньги в стройку. Плюс добавив еще много кредитов туда взяли. Вот. И теперь у нас нет ни квартиры, у нас нет жилья. Мы снимаем постоянно квартиры, мы постоянно переезжаем. Наш ребенок не может пойти в детский сад, потому что у нас нет ни прописки, ничего. На митинге около 150 человек. Большинство участников – обманутые дольщики по Кипарисовой 26. Объект в предаварийном состоянии. 19-этажная коробка построена на фундаменте 10-этажного дома. Компания-застройщик ООО «Дальстройконтракт» признана банкротом. Стройка приостановлена. Руководитель под следствием. Вот конкретно, да, трещина. Это трещина в несущей стене. Она уходит полностью туда, в подвал, то есть это основание, это фундамент. И это говорит о том, что дом плывет. Как бы это проблема, большая проблема. Дольщики забили тревогу еще в 2011-м, когда заметили, что этажность начала стремительно расти. Горожане написали коллективное обращение к губернатору, в департамент земельных отношений и прокуратуру. С 2012 года краевые власти вмешались в ситуацию. Сейчас они предлагают пострадавшим разобрать половину дома за свой счет и продолжить строительство. И это несмотря на то, что люди уже потратили миллионы рублей. Вот моя квартира номер 73, за которую мною были уплачены 1 450 000 рублей. На достройку дома требуется порядка 500 миллионов рублей. То есть в среднем каждому из покупателей придется доплатить еще по 2,5 миллиона. Некоторые депутаты уверены, что такую проблему должен решить губернатор и взять объект на ручное управление. Для этого есть даже конкретный механизм, который успешно работает в других регионах. Законопроект для Приморья пока находится на рассмотрении властей. Компании «Санатору», застройщику, выделяется земельный участок в городе Владивостоке. Он строит жилье, реализует его, а 10% прибыли, либо 10% жилых построенных площадей передает по тройственному договору между администрацией края, обманутыми дольщиками, тем людям, которые пострадали. Сам застройщик по Кипарисовой 26 Андрей Антонов пока отделывается только штрафами. Кстати, это его не первое уголовное дело. Незаконным оказался объект на Иртышской. По документам частного дома застройщик хотел воздвинуть дом многоквартирный, но суд постановил, постройку необходимо снести. Это фундамент, который я купил. Докажите мне. Я купил. Суда. У меня есть договор купли-продажи вот этого строения. Пожалуйста. А есть решение суда, где признано? Где написано решение суда, что вот это старое здание, а вот это новое? Покажите мне. Дольщики по Кипарисовой 26 опасаются, если сейчас не принять все необходимые меры, дом может просто рухнуть, и тогда вероятность получить квартиру растворится в пыли. Много кто умер уже. Просто 10 лет прошло. И, ну, да, у нас есть дольщик, был дольщик, который не выдержал просто такой обстановки, потому что он купил своим детям несколько квартир, и когда он понял, что его ничего не ждет, вот случилась такая ситуация. Теперь обманутые дольщики взывают к президенту. Митингующие надеются, что если в их дело вмешается Владимир Путин, то до краевой власти просьбы о помощи долетят намного быстрее. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.